Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ну чё, нас... Мы отвоевали тут какой-то аэродром. Если медведь сам мясо не жрал. А, наверное, не знаю, я не жрал медвежатину, поэтому не знаю. Так, теперь мы отправляемся, в общем, на похищенный, угнанный самолет. Оба-на, чё за труп? Это что такое? А тебя нельзя обыскать? Нет, похоже, нельзя. Так, ладно, вот есть тачка. Нам 600 метров ехать. Давай, чувак, садись. Точил, какой джип. Что за марка? Марка непонятная. Ну, еще бы. Мэ-мэ-мэ-мэ, поехали. Погнали. Посмотрим, что там за вилла такая у него. Так, а может мы как-нибудь объедем? Так, через мост по-любому. А там никак, там только в лобовуху. Хотя можно справа через лес вот пойти. Как вариант. Ладно, давайте мы для начала увидим эти поля, эту взлетную полосу. А там дальше разберемся. Не-не-не-не-не, стреляй, дядь, ты чё? Не надо, не надо. У нас здесь план, и мы его придерживаемся. О, а вот этих можно сбить. Стреляй! Хорош. Мя, еще одного прокатим на капоте. Так, а это у нас взлетная полоса. Так, ну давайте начнем отсюда. Покину транспорт, дальше пешочком пойдем. Побежал. Ну, минус. Что-то легко слишком было это. Снайперюга. Так, а это мы сейчас будем взрывать. Гранаты есть? Нет. Динамит. Вот это у нас есть. Ой, еще соточку заработали. Так, где этот самолет? Интересно, я на нем полетаю или нет? Так, аванпост сектантов. Он есть личный аэродром, который хорошо охраняется. Освободите аванпост сектантов. Вот это награда. Награда, мне какую-то маечку дадут. Ну ладно, сейчас освободим. Тихо, кто меня спалил? Так, двое. Трое. Ох. Сектанты, осторожно. Я иду. Куда? Так, ты на месте, стой. Вот снайпера, мне кажется, надо первого снести. Блин, он далеко. Перемещаюсь. А, у меня снайперка есть, стопэ. Чё это я это? Вот. Еще один снайпер. Снайперов надо в первую очередь уничтожать. Так, чё было? Я ж не спалился. Меняю позицию.
Да ты стой на месте! Хорошо. Блин, спалили. Ого! Это что такое? Дай отмашку. Блин. Да, 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 разворошили мы осиное гнездо. Так, давай в здание. Так, а ты на месте там стоишь, да? Хорош, нет, все, давай, воюй. Так, тут там целится по мне. Где? Где луч? Так, а это вертолетик тот самый. Кто-то там стреляет по мне-то. Огонь распространяет. Побежал. Падло, а? Он в тачке сидит, спрятался. Так, давай, ХП, восстанавливайся. Все, ранчо освободили. Да, втихую не получилось. Вот так тоже сойдет. Да здравствует, Америка! Так, доступно в меню персонализации. Гонщик, прикид. Ну ладно, потом, если что, применим, посмотрим. Ты лишил меня дома на радость своему сопротивлению. А, если бы стены могли говорить, точнее, кричать. В общем, знай, рано или поздно я верну его. И тогда я повешу твою кожу над камином в качестве трофея. Да-да-да, базарь больше. О, гранатки. Привет. Это. Что аптечка такое? Будем... или нет? Нет, это не аптечка. Что за звук? Как дела, чувак? Так, бабосики. Ну, бабосики забираем. На тяжелое детство, дерьмовую жизнь, разочарование от мира, на все насрать. Такой беспредел, это уже за гранью всякого сочувствия и понимания. А тут циглы. Тут циглы. Так, какой-то чел там сидит еще. Требует помощи. Ну, как сидит? Стоит. Ждет, когда я к нему подойду. Библия везде раскидана. Типа, для досуга. Для досуга почитать. Так. Ладно, чувак, тебе я потом вернусь. О, оружие. Оружие это четко. Не, давай мы не наймем, а зайдем в магазин. Посмотрим, что тут из оружия новенького появилось. Прям, ничего нету. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Удочки мне не интересны тут. Калаш не появился, ладно. Пистолет-пулемет тоже не появился. А, нет, ну один есть, но это что-то такое себе. Хотя вот это кайфовая пушка. Ну а этот удобнее. Что?
типа, по характеристикам они одинаковые, но вот этот удобство у него на 7, а этого на 6. Ладно, пусть будет как есть. Пока так побегаем с УЗИшкой. Так, где самолет? Нам самолет надо забрать. О, карта. Карту обновим. Так, этот самолетик надо доставить. Давай входим. Так, а где мой напарник? Ты полетишь со мной или не? Где он? Ну, ладно. Так, и чё, ну? Ну, let's go! А, это... Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. Тебе надо скрыться, так что лети на север! А как взлететь-то тут? Что? А, вон оно чё. У нас проблемы. Во. Птичку, иначе нам не выкарабкаться из этого дерьма. Только проведем пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сверни налево к полям и пролети над самой рекой. Вот так получилось. Держи ровно. Блин, прикольно. Теперь ложись на левое крыло. Только аккуратно. Иногда заедает. Перехожу. Ну вот, если бы что-то было не так, ты бы уже сделал бочку. Видимо, кто-то в секте таки шарит в самолетах. Ууу, как опасно. Видами, конечно, не налюбуешься. По сторонам некогда, некуда и некогда смотреть. Но управление сойдет. Да, главное не... Хотел бы я сейчас посмотреть на их лица. Блин. Чё за виражи тут? Они всегда так поступают. Приходят к тебе домой, забирают, что хотят. Со мной было так же. Знаешь, зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не подводил. Что бы мы делали без самолета? О, тихо. Это я типа это. Коснулся воды, да? Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо. Не каждый сможет защитить свой дом. Если честно, насчет себя я не уверен. Не знаю, есть ли у тебя страхи, но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился. Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так. Разве я не прав? Да хорош базарить, дай мне сконцентрироваться. Взрывай их нахрен! Подручные Иосифа отравляют нашу воду!
прямо ас! Почти как Клатч Никсон! О да, крутой был мужик! К северу от аэродрома. Избавься от них, пока они на земле. Ой, не вниз. А тут есть вообще скорость? Или у... вон... А, вот. Тангаж вверх. Вид из бомбардировщика. Что-то там. Так, где тут самолетики эти? Поворачивай аккуратненько, и до аэродрома будет рукой подать. Увидимся. Да я разворачивался, в смысле покидаю. Не, на вертолете поприкольнее летать. Сложнее всего, но я сейчас все объясню. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Мягкая посадка, дружище. Двигайся ко мне, я тебе махну. Ну все, прилетели. Отлично. Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось, спасибо. Ким, наш самолет. Да, я знаю. Так, теперь развернем его. Давай, хватайся. Да, самолет целый, даже не ржавый. Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Сраные депчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Фига себе. Ким, ну где ты? Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Да. Что? Демщики едут, что, сейчас отвоевывать будем? А, фига себе. Вот ведь уроды, что ж им не имется? Блин, сейчас вертолету хана. Ой, самолету хана будет. Получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ким! Не выходи, пока я не вернусь! Давай сейчас повоюем чутка. Ой, 3 дырки сделали на самолете. Так, ну чё, будем. От демщика будем защищать теперь. Ким дома. Позаботься так. О ней, дружище. Ой-ой-ой, Ким там прям молодец. Так, и помощник мой на месте. Ого! Ого! Ты откуда зашел? Одной гадиной меньше! Я под сильным огнем! Да блин, тут все двери закрыты. Помощник,
мутанты! Да, я и сам бы мог, ну да ладно. Ой, мимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смерть от такого калибра, это, конечно, страшно. Тебя же там разрывает прям. На какой полосе? Где, где? Да долго ты сбрасываешь, алло. Все кончено. Сбрасываю бомбу. Так, мне надо вниз. Может, подсобишь нам с сумками? С какими сумками? Что подсобить надо? Ну же, Ким, погнали! Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким! Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Бучи Санденс. Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. Ну вот и отлично, у нас есть новый кентюрик. Ведомо выполнено. Теперь в составе отряда. Знаешь, обулять посевы не так уж не край. Понимаю, до победы еще далеко, но все твои старания уже дают плоды. Каждый день к сопротивлению присоединяется столько людей, что я уже сбился со счета. Верь, скоро мы освободим Хадсон и остановим его, Аннасида. Так, о, и трупики все на месте. Вот это да. Такое редко бывает, но бывает. Так, кто? Нет, не надо. Так, мне нужны потрошки. Мне нужно очень много потрошек. Кусок сектантского дерьма. Да хорош ругаться, алло. Вдруг дети смотрят мои видео. Ручонки. Ну, так-то да. Так, ну все. Патронов чутка насобирали. Так, следующее у нас задание. Я предлагаю сходить вот в эту церковь. Во. Это Грейс. Я в церкви Агнца Божьего. Сюда наступают сектанты.
Ага, все, значит, сейчас пойдем отвоевывать церковь Агнца Божьего.